Meet Fedya. He was completely exhausted and abandoned on the street. Fedya is just skin and bones, sad and extremely disappointed. He couldn't even get up and was just trying to walk when we arrived. Fedya is brought to vet, he will be rescued. His appetite is great. Fedya is recovering every day. Fedya is also extremely intelligent. Fedya is an extremely friendly and affectionate guy. Fedya, we are transforming every day. Now, he is extremely handsome and noble. Федя, так что, будем кушать? Кушать будем, маленький? Будем кушать сейчас, да, сейчас. Папочка наберет тебе. Возьмем твою эту тарелочку. Вот такая у него тарелочка. Это чтобы он сразу не выедал, а разное. Так. Федя, иди сюда, иди, маленький. Иди, посмотри, как я тебя насыпаю. Иди, мой хороший мальчик. Иди, мой мальчик хороший. Папочка вот берет корм. Вот. Пойдем, мой хороший. Ой, как хочет кушать, Федя хочет. Федя хочет кушать. Ой, идет на кухню быстренько, быстренько. 50 days later, Fedya was adopted from a kind family. Thank you all for your love and support for this angel. Ой, пойдем, пойдем, пойдем. Ой, пойдем, пойдем, пойдем. Иди. Мы кушаем. Федя кушает. Вот такие вот дела. Вот она. И этот пришел вон. Он ее целует. Да? Я хороший, мой маленький. Вот так вот.
пришел барбес к Маше. О, и это несчастье, он смотрит на меня. Да, ладно.